Добрый вечер. Закончился у нас очень интересное противостояние между командой «Титан» и «Спарта» ГК2. «Титан» на последних минутах очень шикарным штрафным ударом вырвала победу. С нами Егор Лишенко, игрок команды «Титан». Егор, ну, с моей стороны, игра не очень была сегодня. С чем это связано и за счет чего удалось выиграть? Я согласен полностью, что игра была не очень. «Спарта» молодцы. Несмотря на молодой возраст, сыграли классно, давили. Нас по факту спас чудодейственный удар Рената, не в первый раз. Я считаю, главным проблемам этой сегодняшней игры было, что мы по факту ругались. Много ругались, друг другу напихивали. Я считаю, что неоправданно некоторые конфликты случались. И если бы не они, нам наша игра бы прошла гораздо спокойнее и более уверенно. Чего сегодня нам не хватило, но спасибо Ренату, он вытащил. Ругались, конкретный человек мешал или... В целом, часть коллектива, да, у нас насилие, у нас появился бунт в команде. Вот, надо подавлять, надо решать вопросы. Ну, я думаю, все помирятся, все будет хорошо. Бунт на корабле, да, и будет смена власти, да? Получается, Гранта вы будете выкидывать из команды. Не знаю, смотря какая сила будет сильнее, оппозиционная или нынешняя, поэтому, не знаю, посмотрим. Ну, удачи вам в этих непростых дебрях, политических распри. Ждем вас еще. Спасибо.